Евросоюз теряет единство по вопросу продолжения санкционной войны в отношении России. По данным агентства Bloomberg, по крайней мере, 7 стран выступают против. Это Венгрия, Словакия, Австрия, Испания, Греция, Италия и Кипр. Издание отмечает, что лидеры двух государств вели успешные переговоры в Москве совсем недавно, а греческий премьер собирается в Россию в апреле. Семерка уже оформилась в единый блок, который может заявить о своей позиции на саммите ЕС завтра в Брюсселе. По мнению экспертов Bloomberg, противники санкционной войны будут затягивать решение об их продлении до тех пор, пока сроки ограничений не истекут сами. Это произойдет в июне. Отмечу, что для продолжения санкций нужно согласие всех 28 стран Евросоюза.